Свадебный сезон в Тюмени идет полным ходом. Особенно это ощущают те, кто занят в этой индустрии. Так, тюменский бренд свадебной моды Лана Мариненко намерен расширять производство нарядов для невест. Недавно компания победила в номинации «Лучшая женщина-экспортер» престижного регионального конкурса «Экспортер года» в Тюменской области. Свадебные платья местного бренда выбирают невесты в Европе, Северной Америке, странах ближнего зарубежья и Саудовской Аравии. Мы планируем расширять географию, и, конечно, это невозможно без расширения масштабов производства, потому что на данный момент у нас спрос перекрывает предложение, то есть мы производим меньше, чем от нас хотят. Благодаря Центру поддержки экспорта бренд Лана Мариненко вышел на международную торговую площадку. Там на компанию обратили внимание швейцарские салоны. С ними идут активные переговоры. Когда есть такая номинация, когда женщины показывают очень серьезный уровень, я считаю, что это очень дорогого стоит. Потому что зачастую на хрупких плечах выходят на уровень мировой огромные предприятия. Поэтому мне хочется именно в этой номинации всем женщинам пожелать сил, терпения, ну и всегда оставаться, несмотря ни на что, женственными.